На фото братьев Капигородского Андрей и жеребец ногайской породы вставки Терекли Мектеп. Та самая порода, которую потом начали называть кабардинской. И этому есть множество доказательств. Сейчас начнут всякие писать чушь типа сказочники или лжецы. Люди, которые ни разу не заходили в конюшню, не ездили верхом. Да что тут говорить, это те комментаторы, которые даже на помет хорошей лошади не наступали. Они будут писать одно и то же, думаю, не только я это заметил. У этих людей, кроме обвинения, обычно ничего не генерирует мозг. Не обращайте на них внимания. Фото сделал пристав Ф.А. Капигородский, начало 20 века.